До конца мая медикам должны вернуть то, что недоплачивали последние 5 месяцев. Этого потребовал премьер Медведев. Острая ситуация с зарплатами возникла после того, как Минздрав решил платить зарплаты по новой схеме. В результате получилось, что с 2013 года во многих регионах медики стали получать меньше из-за того, что чиновники вовремя не успели подготовить весь пакет документов. Премьер дал неделю срока разобраться с зарплатами врачей и все исправить. Его цитирует Первый канал. Привлечь в здравоохранение действительно знающих добросовестных людей может только нормальная достойная оплата труда. Решения на эту тему приняты, они должны исполняться. Есть позитивные результаты, есть и проблемы. В первом квартале текущего года почти в трети регионов уменьшился фонд оплаты труда работников участковой службы. Все это из-за того, что вовремя не были приняты нормативные документы. Обращаюсь к руководителям региональных органов здравоохранения. Необходимо здесь порядок навести и выплаты восстановить до конца мая. Тех, кто не сделал того, что нужно, привлечь к ответственности, подчеркнул Дмитрий Медведев.